Здрасте, добрый вечер. Коротко расскажу о том, что такое ПСЖ. ПСЖ – это не про французский футбол. Это не про россыпь мириады звезд. Это не арабские деньги, которых можно утопить звезд великой величины. Это подкаст о спорте и жизни, где я со своими гостями общаюсь о спорте и о жизни. О жизни в спорте и о спорте в жизни. Как здорово, что мы добрались до того самого момента, мы закольцевали. У меня в гостях приятнейший человек, мой земляк, мой сокомандник, человек, который занимался и занимается нашим видом спорта любимым. И в этом выпуске вы много раз услышите о том, что мы занимались легкой атлетикой. Степан Киселев. Степа, привет, дорогой мой. Привет. Мы с тобой не виделись сколько уже? Ой, долго. Очень долго. Как слава богу, что есть социальные сети. Я вспомнил нашу последнюю встречу, когда мы были в Чебоксарах. Ты встретил меня, и я что-то там активно рассказывал. И ты просто такая тишина была. Ты меня попросил, ну-ка повтори еще раз. Я еще раз повторил. Ты говоришь, у тебя такой чувашский акцент появился. Кстати, вот об этом, Степ. Ты же, можно сказать, в мире легкой атлетики. Стоит отметить, что Степа – это не просто легкоатлет. Его карьера длится достаточно долго, да и, наверное, больше, чем моя. Ты титулованный легкоатлет как на дорожке, так и на шоссе. Двукратный чемпион России, если кто-то не знает, в марафонском беге. На дистанции 42-195. Ты участник чемпиона Европы, да, помнишь еще в те времена по кроссу? Да, да. Дальше что еще было? Участник международных стартов по пробегам, марафон, половинка? Ну, были там периодически всякие старты. Ну, всероссийские и международные были какие-то моменты. То есть бэкграунд прям, во, приподнялся. И это здорово. И ты, можно сказать, такой космополит. Ты от Кузбасса проделал вот такую цепочку, путь. И расскажи, как про вот этот вот свой путь перемещения, за кого ты выступал, где ты был и во что все это вот сейчас вылилось. Ну, вот родился я в Киселевске, да. Кемерово, Кузбасс, Киселевск, ван лав. Да, наверное, оттуда начался путь спорта, да, потому что я занимался в школе, рос в достаточно криминальном таком районе, где такая процветала наркомания. И родители, чтобы избежать вот этой судьбы, когда, там, например, молодого человека затягивает вот этот район и социум, они как бы забрал, да, как говорится? Да, они максимально хотели меня занять, чтобы у меня, ну, вообще даже не было. Даже мыслей не было. Да, да, чтобы в свободного времени вообще не было. Поэтому меня отправили в художественную школу, там я еще шахматами занимался, и вот легкая атлетика. Ну, получается, у меня убрали улицу, да, а то комьюнити, то общение, которое нужно там детям, да, я получал из секции легкой атлетики. О, ну, это здорово. Да. То есть, получается, смотри, сейчас у нас же в Кузбассе любят такие шутки. Везде есть криминальные районы, везде есть неблагополучные районы, и тут два варианта. Либо секция по единоборствам, либо секция по легкой атлетике, чтобы противостоять или как можно дальше убежать от этих проблем? Ну, да, это в первую очередь сила этих видов, то, что они индивидуальные, они не командные, и тебе по силам за счет этого вида как-то продвинуться в своем вообще социуме, в своем продвижении на будущее. Так за счет спорта я получил возможность учиться в КузГТУ нашем знаменитом. Да, сокомандники. Мы с тобой были в одной команде, и ты уже тогда бег на выносливости, напомни мне. Да. Сразу же уже была трешка, полторашка, пятерка, или ты... Ну да, я где-то полтора... Три бегал, но вот придя в вуз, попав к новому тренеру, он меня уже начинал опробовать на 5000 метров,
Вот ты выступал в спринте. У нас всеобщая такая был старт, это эстафета. Это... Да, да, те самые легендарные, помнишь, все эти эстафеты городские, которые до сих пор проводятся по всей России. И не исключение, что да, в Кемерово она была, наша команда, легендарная команда, звездная команда, на голову сильнее всех. Мы, да, могли считаться «Галактикас» же, да? Ну да, прикольно было. В свое время, вот. Такая ностальгическая. Первая часть у нас ностальгическая будет. Вот, и получается, что вот выступал за Кузбасс, Киселевск и Кемерово, да. И в какой-то момент... Да, и, ну, я там уже впервые начал попадать в призы на России, и наступил какой-то момент ступора, когда... на тот момент я понял, что мне интересен спорт, мне не интересна стезя учебы, да, я как бы в своем направлении определился тогда. И вот когда, уперевшись в какой-то первый стопор, когда прогресса не было, я понял, что тренер исчерпал себя. Надо что-то менять, да? Да, уже. Надо что-то менять. К тому моменту я думал, может быть, во мне дело, как бы, я недостаточно там способный. Mm-hmm. О таланте я не говорю, потому что, наверное, до сих пор я считаю себя неталантливым там, атлетом, да. Ты скромный человек. Не, просто если речь о беге, спринтера это талантливый, потому что им с рождения достаются спринтерские качества, то выносливость ее можно воспитать, развить как бы. Ну а как же характер? Это тоже можно приобрести, закалить там. Наверное, да. Это вопрос, как тебе это нужно. И, в общем, на тот момент я понял, что надо что-то менять, и... Просто взял рюкзак и поехал в Чебоксары. О как! Да, и вот тот самый момент, когда ты совершенно внезапно адаптировался, ассимилировался и стал для меня чувашом. Вот, честно. Да, это происходит незаметно. Я сам чувашского языка вообще не знаю, но когда кругом разговаривают, там и в конце они добавляют «ка», вот это «пойдем ка», ты как бы автоматом сливаешься с аудиторией. Да, еще, а помнишь же вот это, тот самый момент? А это яблоки у тебя, что ли? Дай попробовать, что ли? Да, ну типа того, но это, в принципе, нормальная вещь. И там получился новый трамплин, новый виток же у тебя, да? Да. Вот. Да. Будучи уже выступая за Республику Чувашия, ты попал в команде на чемпионат Европы по кроссу. Да, был это уже по молодежи было. Я до этого был, потом еще попал. Потом был, сейчас он называется командный чемпионат Европы. До этого он был Кубок Европы, назывался тоже на это. На этот старт попал как молодой, меня отправили в составе сборной. Я, по-моему, закрывал 5000 метров, и тогда мне Муфара, помню, вообще вставил там. Серьезно? Чуть ли не круг замкнул? Не круг, а круг он мне замкнул на 10. Это, наверное, годами позже. Ну, ты разделил дорожку в первый раз тогда с легендарным британско-сомалийским человеком, который стал уже легендой. Вот. Слушай, крутая история, но тоже Чебоксарами это же все не ограничилось. Получается, что дальше... Я понял, что это, в принципе, для занятия спортом это идеальное, хорошее место в силу того, что все места, где проводятся соревнования, они в доступности. Например, условно, находясь в Сибири, в далекой Сибири или и того дальше, проблематично выезжать на соревнования. Помнишь, как мы там условно выбирались на поезде там, или даже самолет? Это всегда как бы длинный путь, и гораздо удобнее находиться в западной части страны и выезжать на старты. Даже на те же международные старты, когда тебя там приглашают на... условно, там, Швейцария, там, или другие старты, там, в тех же Штатах, тебе проще выбраться с западной части, чем в Сибири. Да, получается, что в Сибири так или иначе всегда либо транзит через европейскую часть, либо, будь любезен, плати невероятное количество денег, чтобы напрямую оттуда выбираться. В этом наш минус находится. Плюсы, может быть, тоже какие-то есть определенные, когда старт происходит в Азии.
тот же самый Пекин, да? Но или... я не знаю, Корея? Есть ли рейсы из Сибири туда? Напрямую? Да, наверное, есть. Или они также через Москву летят? Да кто? Сейчас, наверное, все через Москву летит. Как говорится, актуальная шутка. Пересадка в Дубаях. Да, да, да. Или в Стамбуле. Вот. Ну и получается, что... Ну и в тот момент я понял, что пока я бегаю, мне достаточно нахождения в Чебоксарах. Uh-huh. Это идеальное место для тренировок, все как бы, и нету той суеты, которая, например, в столице, да. Но сейчас, когда идет речь о завершении спортивной карьеры, я уже как бы рассматриваю уже возможности перебираться сюда, в Москву. Понятно. Но получается, что смотри, сейчас, если мы смотрим твои профайлы, там стоит везде, выступаешь Татарстан. Да, я за Чувашию перестал выступать и выступал чисто. То есть после Чувашии сразу же была Казань-Татарстан или были промежуточные моменты? Ну да, я, получается, сколько-то лет выступал за Чувашию и потом ушел в Казань. Никаких перезачетов не было? Там было какое-то время, но когда начали федерации экспериментировать с отменой параллельных зачетов, первый регион для эксперимента это был Татарстан. Этот же регион был первым, кто взял темнокожих атлетов. Ну, такая... Кенийцы, да, были, да, по-моему? Да, это. Да. И вот они мне просто позвонили, давай, парень, решай, у тебя 3 дня, за кого ты будешь выступать, за Чувашию или за Татарстан? Так как мы отменяем параллельные зачеты, ну, я долго не думая решил. Слушай, я соглашусь в этом плане, что Казань — это один из 3 китов спортивных, на которых профессиональный спорт в России стоит. Москва, Питер и Казань. Потому что, да, вот вспомни, очень много международных турниров и командных, и каких-то индивидуальных циклических или единоборств также базируются в Казани. Вспомним, да, да, что у нас было? Всемирная универсиада же была там. Да, да. Чемпионат мира по водным видам спорта там был. Вот. Но надо не забывать, что командные виды спорта там хорошо развиты. Ну, и хоккей. И баскетбол, и футбол, прости господи, и Барселона приезжала туда. Да, я, кстати, был на этом матче. Серьезно? А ты уже в тот момент... Был в Чебоксарах. А там от Чебоксаров до Казани пешком же дойти можно, получается. Ну, если денег нет. Видел Златана? Нет, тогда был Балотелли, по-моему. Подожди. Барселона. Я не на Барселоне был, я с Интером. С Интером, ну тут, конечно, все-таки Италия, она в сердце. Мы к этому вернемся еще. Но вот в таком формате, в таком моменте, ты в один прекрасный момент, ну вот когда я начал завершать свою карьеру, ты также начал постепенно, потихоньку, полегоньку завершать свою историю со стадионными бегами и перешел на шоссе. Угу. Как происходит это? Что происходит в голове у бегунов на выносливость? Что они только и думают, ну все, 3-5-10 по кругу это уже хватит, и надо двигаться куда-то дальше. Из-за чего? Вот какие предпосылки? Мне это не дано. Ну, у меня все просто было, потому что у меня... Ну, как сказать, я в призы попадал на дорожке, да, на России, но я никогда не выигрывал ее. Я по молодежи там выигрывал, но, будучи взрослым, мне что-то не хватало, чтобы победить. И если ты не лучший, то перед тобой всегда встает вопрос, а что дальше? И я этот вопрос поехал в федерацию там легкой атлетики и, ну, напрямую спросил. Мне как бы дали понять, что как бы по сути дела выносливость мужики как бы она их не особо интересует этот. Ведь тогда были золотые годы, когда девчонки несли золотые медали там с Олимпиады и тому подобное. И как бы они объективно, возможно, мне дали хорошие советы, как бы порекомендовали уходить в тренерскую работу. И, ну, как бы сказали, ну, окей, ты пробежишь там условно 28 минут на десятке, может, из 28, но это вообще ни о чем. В итоге твой личный результат 28, то есть 29 ты имеешь? Да, да, 28-39, кажется. Ну, это все-таки достаточно неплохой результат в плане, например, осознавания бэкграунда и нашей платформы исторической со стороны бега. У нас не было никогда таких людей, которые стабильно поливали туда близко к 26. Ну да, этого не было, но там был установлен рекорд России, я помогал его установить, как бы Сергею Иванову. Но
Наверное, мне те моменты дали понять, что надо что-то, надо действовать. Угу. И не ждать чуда какого-то, а вот мне дали, я вижу, что мне не дано, и надо либо уходить, да, угу, из спорта, либо ждать, сидеть и надеяться на чудо, что вот все, я ничего не поменяю, но вдруг пробегу там из 27, там. Ну, такого не произойдет, поэтому я решил перед тем, как уходить из спорта, попробовать марафон. И тут, как говорится, да, понеслась. Да. Тяжело было, в принципе, или нет? По-разному же каждый. Я вот сколько людей, с кем общаюсь, у каждого по-разному переходит. Меняется мировоззрение, мозг, даже один человек... Ну, я не знаю, знаешь ты или не знаешь даже. Ну, конечно, ты его знаешь. Например, Жека Пищалов, угу, из города Новосибирска. Когда перешел, тоже вот, как по мне, изменился даже, например, как-то вот ментально, угу, вот этот человек. Ну, да. Но в моем случае еще была большая перемена. То, что я работал с тренером, но это уже был взрослый тренер, ну, для взрослых, да, угу, и, соответственно, не было такой гиперопеки. В том случае я начал сам думать о тренировочном процессе и то, что мне лучше нужно. Это плюс? Да, это да, плюс. Я как бы открыл новый мир, да, и уже начал как бы сам что-то там рулить. Угу, то есть экспериментировать. Да. Это в каком возрасте получилось твои первые старты на марафоне? Это был 14-й год, первый год. Ну, я готовился в 13-м году на mm-hmm. первый свой марафон, но он, увы, не состоялся. Я тогда был... Марафон должен был быть в Далласе. Mm-hmm. Я туда до Нью-Йорка долетел, у меня была там пересадка в Даллас, но в Далласе вдруг там какой-то небывалая метель, mm-hmm. и все рейсы отменили. Я не мог до туда долететь, и в итоге сам марафон там отменили. О, как! Да, народ, все, кто прибыл в Даллас, на тот момент их перекинули в Сакраменто на марафон, он примерно в тех же числах. Калифорния – это юг США, и, ну, получается, да, там такая погода достаточно более щадящая. Ну, да, и... В итоге я как не долетел до Далласа, я сидел там в аэропорту и понял, что мой первый марафон не состоялся, и надо чухать назад. Это типа, знаешь, как получается, что как в «Один дома два». Ты прилетел в Нью-Йорк и такой, моя родня во Флориде, а я в Нью-Йорке. Вот, и все. И то есть начал в Нью-Йорке, типа там этот с Дональдом Трампом повидался, катался в лимузине, вот это вот все там с отцовской карточки деньги списывать начал. Прикольно было бы, да? Ну, я помню, в этот поехал, затарился Apple техникой. И все, и назад вернулся. Так в первый раз в России да, начали банчить шоурумы через социальные сети. Это получается, смотри, вот эти вот первые твои заезды, был 14-й год, порядка рубеж 30-летия, да, какой-то? Ну, да, подходило, да. Я 86-го года, получается, mm-hmm. мне на тот момент было где-то 27, наверное, лет. Угу. Ну, это получается, что смотри, я тебя, получается, то есть где-то, наверное, даже на полтора года старше, ну, где-то угу. в таком формате. Вот, ну, вот в таком возрасте, наверное, такой же, существует общепринятый стереотип о том, что бег на выносливость – это для возрастных спортсменов. Да. Это всегда да. Никто не скрывает то, что вот 30-35 лет в марафоне – о, это еще самый расцвет. И получается, что действительно, ты юным спортсменом по марафонским меркам, ты пришел туда. Ну да, наверное, так или иначе. И бывают исключения в случаях там кенийцев, там африканцев, да. Но это их жизнь так вынуждает, потому что это самый легкий путь для них. Угу. Самый культурный легкий. Код, просто у них это в культурном коде получается, да? Да, же, да? Да, это самый легкий путь заработать, да. Угу. И они понимают, что они в этом спорте... Вернее, бег для них – это не просто хобби какое-то и развлечение, это для них средство выживания. Поэтому нам всегда будет практически белому человеку будет невозможно с ними бороться, потому что они готовы ради результата пойти на все. Угу.
И мотивация у них гораздо выше. Запредельная, да, можно даже так сказать. Ну и я согласен, и я склонен тебе очень сильно верить, потому что ты все это видел своими собственными глазами. Один из немногих россиян, которому улыбнулась удача, я не знаю, или как сказать, или ты сам переломил эту судьбу, и ты побывал же в Кении с ними на сборах. Получается, у тебя были учебно-тренировочные сборы на базе в Кении. Да, да. Ну, там базы так таковой нету, ты просто приезжаешь. Не, ну это так, типа, знаешь, как я говорю, учебно-тренировочные сборы на базе в Кисловодске. Да, или где? Ну, где-нибудь еще у нас много же учебно-тренировочных баз. Ты приехал, и просто для тебя Кения сама по себе как база, да? Ну да, да. У меня была там... У меня друзья до сих пор есть, они зовут, приезжай. Кенийцы? Да, да. Вот. И ребята там вот, кто у меня друзья, они с Кипчоги там тренируются, там чуть ли не правая рука у них, да. С Элиудом Кипчоги, в том самом человеке, который совершил шаг в новое тысячелетие. Да, да. Пусть с помощью людей, пусть с помощью Гармина и Неуса, но он сделал это. Мы говорим о его легендарном забеге из 2 часов. Да, да. Вот, ну, я так понимаю, что, наверное, один из твоих кумиров, возможно, и предметов для подражания, это Элиуд Кипчоги. Ну, есть такое, но не совсем, наверное, кумир. Он, как спортсмен, выдающаяся личность, он меня вдохновляет, в первую очередь, тем, что он возрастной. Угу. Да. То, что там Википедия показывает и другие там ресурсы, когда говорят о его возрасте, это, ну, фейк, потому что на самом деле... Я не знаю точно, но я думаю, что ему в районе 45 лет вообще. Все мы прекрасно знаем, как о возрастах вообще кенийских спортсменов и всех складываются все вот эти вот разговоры, домыслы и толки. Ну, тогда ты вот непосредственно приехал в Кению. Ты был один из русских? На тот момент уже был Искандер Ингаров. Но он был не совсем... Не хочешь передать привет, нет, своему корешу Искандеру Ингарову? Ну, это отдельная история. Она, перейдем нас, к ней. У нас отдельный виток есть. Угу. И он, но он был в Тике, не совсем в Итане, а в Итане прям для кенийцев, условно, Итан — это как, типа, для нас там Кисловодск или Киргизия, куда атлеты... Место силы. Да, они приезжают туда, готовятся, там... Все в основном атлеты, ну, они с разных регионов приезжают, жилье снимают, там живут, тренируются. У них главная цель — вот выступать на соревнованиях. Mm-hmm. То есть, если говорить о кенийцах, не каждый кенийец побежит. И это вот те кенийцы, которые либо живут в Тике, ну, есть еще там кикуи, это другое племя. Ну, так, в общем, там много... Немножко там... географии и такой геополитический, чтобы знали. Там они и разные, у них конфликты между собой, как бы одни считают те глупые, другие считают те глупые. Ну, это внутренние их такие. Это типа как война побережья в рэп-музыке была, East Coast и West Coast, помнишь, Рубилова была? Или типа как Крипсы и Бладцы. Но, к слову, например... Японцы часто берут кикуи к себе. Они потому что у них есть свой экиден, и в их экиден позволительно двум атлетам, не японцам, участвовать. Да, и они берут любят кикуи, потому что это племя достаточно умное, они умеют тренироваться не на высоте, потому что кенийцы растренировываются, не находясь на высокогорье. Mm-hmm. Они начинают много есть, гулять, пить, короче. Расхолаживают. У них нет именно вот такого вот дисциплинированного. Да, да. А вот то почему-то племя, вот они, в них заложено вот это... Генетически, держать себя. Да, не знаю, потому что они просто друг другу передают вот эти знания. Ну, да, почему нет? Базовые знания, как это, методичка, например, есть. Все, читай методичку, дед по ней бегал, отец, ты будешь, и сыну своему отдашь. Ну, это условно, типа, да, как бы так. Ну, да, типа того, да. Угу. Ну, вот находясь в Кении, конечно, я много чего почерпнул, потому что до этого особо не соприкасался с тренировками вот высочайшего уровня. А тогда у меня была группа, но она просто сильнейшая, я ее считаю. Потому что там Эрик Кептануй был, и вокруг него были такие личности. Тот же там еще один атлет, он бежал, непосредственно вел Кипчоги на рекорд мира в Берлине. Джосфат, я помню даже его имя. Он, получается...
не находясь в его базе, у Кипчоги. У Кипчоги своя база в Каптагате, и у него куча атлетов там тренируется. Многие его атлеты почему-то не потянули тот темп, да, и вот из нашей группы взяли атлета, чтобы он тащил непосредственно Кипчоги. Прикольно, прикольно. Ну, это получается, ты окунулся в самую гущу и в самую трушную концентрированную штуку. С кем-нибудь, может быть, из-за молодых соприкоснулся, которые зажигают сейчас или вот прошлое поколение? Ну, какие-нибудь вот, полторашечники, трешечники, например. Кипрута, может быть, ты видел, ну, нет? Там была группа средневеков, они отдельно тренировались у... Ну, с марафонцами не пересекались. Ну, мы так на дорожке виделись, как бы. То есть, по факту, то есть, ты видим, такой, о, а кипсанг или кипроп какой-нибудь. Ну, эти-то бегают, там, блин, все заняты своим делом, как бы, ну, так особо не болтали с ними. Понятно. Вот но вот был у нас там один полторашник, он бежал на Олимпиаде, и, блин, я забыл его фамилию, потому что сейчас... Ротич, может быть, или я не знаю, кто там еще этот... Квимой, по-моему. Ну, ты, наверное, не знаешь его. Ну, возможно. Но он в финал... Я же по спринтерам больше спринтер. Да, он в финал вроде попал, но там на тоненького попал на Олимпиаде. Понятно. Но все равно звезда, ну, такого, типа, знаешь, более локального характера. Ну, не, для них, как бы, для кенийцев, как тебе сказать, там есть локальные звезды, которые там в Японии звезда. Он там, например, выкашивает это... в Японии старты какие-то и зарабатывает прилично. Все, для них это как бы круто. Расслоение это получается и расставление приоритетов. Да, и даже за это, вот если ты выиграл марафон, который не особо популярен и не транслировался по ТВ, но все равно ты победитель, ты обладатель призовых денег, для кого-то ты супергерой. Просто мы, я имею в виду локальный, это тот, кто пробежал на чемпионате мира. Попал в финал, не попал в финал, не запомнился чем-то ярким, не было такого сражения с кем-нибудь из полторашечников. Да, ну, таких, но, типа, потому что в сборную Кении попасть очень тяжело, там прям сильный отбор. И тех, кого мы видим на чемпионатах мира или Олимпиаде, это вообще типа суперзвезды. Самая верхушка, получается. Айсберга. Но... А так там есть и пониже, и такие же кривые косые, как мы, условно, там, но... Просто или там... те, кто даже еще хуже, чем мы. Потому что вы в регион-то загляните, пожалуйста, дорогие мои. Что там вообще творится со средним бегом? Господи, там сколько? 2.48 разменять никак не могут. Получается, смотри, твой лучший результат был после Кении показан, да? На марафоне? Да, на марафоне. Нет, но тогда были такие условия, что у нас уже были закрыты международные старты, и у меня не было возможности. Та самая легендарная наша история, бана российской легкой атлетики, который продолжается сейчас. Грустную музыку подставлять не будем. Мы уже научились этим жить же, да? Да, да. Я уже забыл об этом и отпустил. Прости, что напомнил. Вот, и я, да, я вот такой я жесткий тип. Ну, и получается, ну, у тебя достаточно высокий порог личного результата. Близко к 2:10. 2:11, там, 28, кажется. Слушайте, я видел некоторые из твоих стартов. То есть, прикольно. То есть, ты меня знаешь даже своей взвешенностью всегда в беге и объяснением всеми своими в интервью, либо в расписывании каких-то анализов, напоминаешь мне велогонщика, который очень грамотно, взвешенно, четко по фактам говорит, что получилось, что не получилось. То есть в плане бега ты можешь даже по ходу анализировать и тактику подбирать какую-то, правда? Ну да, да, да. Я наверное, этому я учусь и у велогонщиков, потому что я фанат велогонок. Красавец! Ну ты, наверное, больше любишь многодневки. Ну, многодневки тоже хороши, но не, наверное, у меня самые любимые гонки – это весенние классики. Серьезно? Да, Тур Фландрии, наверное, Париж-Рубе. Наверное, Тур Фландрии все-таки самый крутой старт. Моя любимая гонка – Париж-Рубе. На втором месте у меня Милан-Сан-Ремо. И третье, что я люблю – это Флеш-Волонь. Обожаю больше всего. Волонь, знаешь, почему? Попробуй в Мур-де-Уи вот в этот вот заедь. Это же страшная история. Ну, да, да. Так, легкая атлетика нахрен забыта с тобой. Ну, получается, все-таки ты тоже можешь почерпнуть что-то из другого вида спорта. Мне этот вид спорта симпатизирует то, что он одновременно и индивидуальный, и в то же время без команды ты там ничего не стоишь. Ну, если ты, конечно, не Погачер там. Но как последние моменты показали... Этот год показывает, как оказалось. Да, и вот это... Мне кажется, этого не хватает в легкой атлетике. У нас индивидуальный вид спорта, и мы за счет этого
упускаем вот много возможностей. Командность, да? Да, да. Потому что если бы была команда, любой атлет, пускай он не супер какой-то... Блин, ну возьмем даже то, что есть личности, есть люди, которые вообще не индивидуалисты. Они вот хорошие командные исполнители, но на себя внимание они не любят брать. И таким темные вот... Темные лошадки рабочие, да? Да, да, рабочие. Или лошадки. Грегори. Да, они вот нашли бы себя в командной какой-то работе, но так как в легкоатлетике нету этого, то... Ну, не приветствуется, да. Потому что по факту все всегда наши любимые легкоатлетические комментаторы-ши-ки, комментаторки, как это, феминитивы, они же все всегда твердят, вот бы командную тактику, пользуйтесь командной тактикой, несколько русских спортсменов в одном забеге, но с другой стороны, школы-то даже, базы такой нет, у нас всегда учили индивидуальный вид спорта, какая командная тактика может быть, тем более, иногда бывает, когда ты на внутренней арене соревнуешься, то есть получается, эта команда разбивается на мелкие другие подкоманды, и когда в сборные, они собираются вместе, и нет коннекта, возможно. Есть примеры, когда можно как бы увидеть эту командную борьбу, да, японцы взять, они вообще, у них своя планета, свой мир, они демонстрируют, вот у нас есть продукт, да, но ты даже возьми и скопируй, ты, наши же все любят копировать, там, фильмы, музыку, да, ну вот возьмите и спорт хотя бы скопируйте. Адаптируйте, господа, да, почему нет-то? Слушай, прикольно, прикольно, если вот так разобраться. И закроем тогда вот эту вот частичку, когда последние вот эти вот моменты чуть более стало, когда легкая атлетика, медийная у нас, особенно бег на шоссе, потому что, ну помнишь же, а в каком году? Году в 16-15 начался, по-моему, вот этот бум повального увлечения бегом на выносливость, длинными бегами, когда хлынул простой люд. Любители в марафонские бега начали любительские клубы организовываться. Как профессионализм, как профессионалы начали помогать? Ты как-то соприкасался с любительской этой историей? И как тебе медийность даже, в принципе, вот этого пласта культурного, нашего спортивного? Ну, это прикольно все, конечно. Но я себя не считаю там какой-то звездой. Я всегда вот... Ну, это... Звезда ты в рамках там какого-то Инстаграма, да, но это такая звездность, она типа, я ее оцениваю как воздушный шарик. И не стоит... Который это... рано или поздно может продырявиться. Да, он лопнет. И глупо концентрировать всю свою деятельность вокруг этого воздушного шарика. Потому что он рано или поздно лопнет, и ты останешься как бы ни с чем. Тем, что с воздухом, да, который по факту и был. Да. Но некоторые люди используют вот эту штуку как базу, как фундамент для зарабатывания денег, для хайпования. Сейчас очень много стало медийных площадок, телеграм-каналов, аккаунтов в соцсетях, которые типа вау, на которые подписываются. Вот близкие тебе друзья, товарищи, господа Экросс, сборной Северной Кореи по бегам на выносливость. Ты как с ними связан? Просто типа вы друзья, товарищи, или ты к ним, к команде их относишься? Ну, мы генерируем совместно какой-то... Типа вот это Костя Кан и его банда вся, да? Да, да. Ну, мы генерируем какой-то иногда контент, иногда мы случайно пересекаемся, иногда специально, иногда что-то получается... Иногда нет, и иногда я не совсем согласен, да, но у него свое позиционирование. Вскоре рождается истина, получается. Да, у него свое позиционирование, свое видение вот этого всего происходящего. Он считает, что вот так это надо делать. Ну, я иногда не могу против себя пойти. В целом я не умею продавать, поэтому я такой безнадежный инстаграмщик. Ну, окей, хорошо. Но есть же такая другая, скажем так, история, другая со стороны. Те, которые типа вышли из тени, мол, мы из любителей, как я их называю, беговой санаторий. Понимаешь, о ком я? Беговой санаторий. А, ты про Искандера? Ну, конечно. Но, сейчас молиться пойдем. Но я все-таки положительно отношусь к нему. Как к человеку, который ведет, ну, вектор задает хороший, да? Да, да. Пускай он как бы не причисляется к профессионалам, хотя к подходу, подход к делу у него профессиональный. И... Вот, знаешь, да, я хочу отметить этот момент. То, за что хочется укорить и поймать.
Не называй себя любителем, когда все прекрасно видят, что ты уже практически профессионал. Это обман, когда в единоборствах человек выходит, например, я по белым поясам, но обладает навыками пурпурного пояса. Это нечестно. Но видишь, в чем дело? Он никогда себя не называет любителем. Это ему ярлык такой приклеили. И мы тем самым как бы хотим его принизить немного, называя любителем, да, и другие как бы его видят, его как бы себя видят в нем, потому что они работают, они тоже в свободное время тренируются, и они как бы видят, он такой же любитель. Но его сила в том, что когда он учился, он занимался, начал заниматься легкой атлетикой, и потом, когда началась работа, получается, учеба. Работа заменила учебу, но спорт остался, да? Но ему сочувствуешь в том, что у него еще есть семья, и как вот этих три кита совмещать, я не представляю. Слушай, это с одной стороны да, но чуть более, например, такие люди циничные, как я, вот такие, например, можно сказать, что если ты идешь в медиа, если ты занимаешься таким худо-бедно трэш-током, препирательство в соцсетях, задевание, какие-то вот эти, придаешь немножко специй, перчинки нашей пресной борьбе, нашему пресному занятию, будь добр, пожалуйста, отвечай целиком и полностью на то говно, в которое тебя бросаются. Ты завариваешь эту кашу, не может быть такого, что ты в ослепительно белом фраке один будешь стоять, и вокруг тебя все будут оправдывать. Так всегда бывает. Макгрегор же возьми, он такую кашу заварил, после которой, он одновременно и ненавистный, и обожаемый человек. Также, наверное, и как и с лидером вот этой вот компании. Я также, знаешь, насколько себя приучил к тому моменту, я не хочу навешивать ярлыки, я не хочу обвинять голословно кого-то, но когда по факту я что-то вижу, мне также свои 5 копеек хочется вставить, потому что я взрослый опытный человек, я проходил эту штуку, да, я не очень хорош в беге на выносливость и немного знаю, худо-бедно знаю, больше знаю про стадионную легкую атлетику, но ведь это же одно и то же. По факту, даже, например, по мозгам, по тому, как ты приходишь и понимаешь, такие же тренировки, которые ты там закусываешь, например, там вены, жилы и делаешь то же самое, но просто в спринте. И знаешь, еще самое главное, что обидно, я бы взялся, например, за медийную раскрутку спринтерского бега, потому что мне всегда было обидно, когда в тех самых 16, 17, 18 годах, когда я уже возвращался, очень много людей говорили «легкая атлетика» и начинали говорить априори с десятки. 10, половинка, марафон, ультра, суточный, сотка. И я: «Камон, господа, легкая атлетика этим не ограничивается». Есть 100, 200, 400, стипль, в конце концов, барьерные бега, стадион не ограничивается даже дорожкой. Высота, длина, метание. Пожалуйста, выберите себе все, что угодно. И вот что обидно, что в этом плане даже легкая атлетика проиграла уже внутри междоусобную борьбу. Ну да, дорожка, дорожкой я называю все те виды, которые там относятся к легкой атлетике, да, которые внутри стадиона. Мне обидно за них, потому что они как бы зрелищные же ведь. Они зрелищные. Ты можешь с одной точки все виды пересмотреть, да, там любой вид он зрелищным, если ты немного углубишься, немного начнешь разбираться в этом. А есть в каждом виде, да, вот возьми тебя, ты в спринте, находясь в Кемеровской области, ты умел привлекать к себе внимание своей эпатажностью, своими разговорами. Это прикольно, когда есть яркие личности, чем какая-то там серая масса, которая боятся там что-то либо сказать, да, чтобы в них лишний раз не кинули, а что за выскочка ты там. В этом тоже, это суть, знаешь, менталитета, наверное, российского, когда тебе все время тебя воспитывают, не выделяйся, будь как все, будь как все. И в итоге ты становишься такой серой массой. И потом либо ты должен перебарывать это, а это всегда происходит как-то криво и косо, да, и не сразу.
Слушай, ну да, вот ты правильно говоришь, что, возможно, характер не спрячешь, и когда ты либо балуешься, либо пытаешься скандалить. Помнишь те самые моменты, когда я психовал, истерил, и меня дисквалифицировали иногда за психи? Но это же прикольно. Всегда притягивай. О, сейчас Макс побежит. О, давай, сейчас он опять что-нибудь учудит. Вот, да, так и есть. Эффект шоу, он как бы имеет место быть, а проблема нашей дорожки то, что там шоу все меньше и меньше, да. И взять шоссе, это такая же, да. В шоссе единственное преимущество то, что любителей много, то, что они этот вид спорта могут проецировать на себя и прочувствовать. Поэтому это приковывает их внимание. И когда Искандер там начал вот такие же эпатажные вещи вытворять, и аналог там Макгрегора, да, вытворять, это сразу вдруг привлекло внимание в силу того, что до этого в России не было такого. Появился человек. Даже в Европе, возьми их Инстаграм и полистай, там одни мотивашки, такие посты пишут, ну, блин, достанет это. Как бы, ну, ты описывай, как есть, как ты как живой человек. А они выкладывают вот эти примитивные там мотивашки, они как бы тем самым ограждаются от массы и тем самым говорят, типа, блин, ребят, я не хочу, чтобы вы следили за мной. Безусловно, это есть такой момент, поэтому хорошо, вот я и сказал, что я на себе прочувствовал, когда ты даешь людям, выписываешь такой чек, будь уверен, что если ты этот чек не обналичишь, в тебя все полетит. И по факту все вот эти вот препирательства, все эти поджигания, ты как к этому относился? У вас же были какие-то такие моменты препирательств? Да, вот. Да. Ты принимал просто правила этой игры? Ну, мне всегда было с ним о чем поспорить. Мы потому что помимо переписки, да, мы иногда и пересекались в личных встречах, и наши разговоры всегда какой-то... В нашем разговоре всегда спор какой-то возникал. То у него своя столкновение, да? Да, но не то, что не прям вот агрессия. Не было срача, да, какого-то? Да, мы по-доброму спорили, мы умеем спорить как бы и доказывать свою позицию. И прошло, я хочу сейчас сказать, да, прошло время, где-то я свою позицию поменял, где-то он свою позицию поменял. Все взрослеют. Да, да, мы взрослеем, время идет, и взгляды меняются, и ситуация в стране тоже меняется. И не надо... Как обычно бывают люди, зацепиться, откопать твит или откопать публикацию, пост четырехлетней давности и пытаться тебе предъявить за вот это все. Да, это нормально, когда меняется, тем более. Но у нас не было никогда такой вот прям настоящей злости. Так как бы то ни было, легкая атлетика помогает в жизни всегда, чем бы мы ни занимались, потому что это самый базовый, самый матричный вид спорта. У нас есть и выносливость, и скорость, и ловкость. Да, это как бы, блин, бег – это самая доступная штука, которую ты… Ну вот возьмем, например, ты смотришь телевизор, там, как обычно, показывают какое-нибудь фигурное катание или подводные эти танцы, как они там… Синхронные плавания, Синхронные плавания. И чувак сидит вот так же, как мы на диване, там, у него еще плюс пивко, там, я не знаю… Здесь чипсы. Чипсы, да. И он не может сказать, вот, глядя на телевизор… Я вот хочу так же. Или я смогу так же. Завтра вот пойду так же. А вот с бегом он может себе так сказать. Включается бостонский марафон. Да, да. Условно такой, вот так я смогу. Но сейчас. Он, как минимум, он выйдет. Из там, точки пробежит. А в точку Б он сможет добежать. Да, да. Пускай он хоть 500 метров там. Многие ошибаются, то, что они, попробовав в первый раз там и захлебнувшись, там вдруг им воздуха не хватает, там тяжело, они вдруг останавливаются и говорят себе, бля, бег, по-моему, это не мое. Это, конечно, ошибка, да, они должны понимать, что просто так, типа, в бег не войдешь. Ничего не бывает никогда просто так. Но это можно им сделать, это только зависит от них. О, кайф. И легкая атлетика, как я уже сказал, она помогает везде и всюду. Тебе на Эльбрусе, потому что я следил за твоими приключениями, за твоим влогом, как высота... Я, остановите меня, я хочу умереть. Вот это все. Я такой думаю, Степа, твою мать, это одновременно и смешно, и грустно. И я не знаю, ты прикалываешься или переживаешь. Помогла ли тебе легкая атлетика или нисколько нет? Потому что, насколько я помню, это было твое второе восхождение. Да, вторая попытка. Первая, она была максимально такая дурашливая и абсолютно неряшливая. Да, да, и неподготовленная. Да. Вторая более сложная. Да, но вот у меня тоже так же, как ты, супруга смотрела сторис, и последняя сторис была там типа, мы спасаемся, погода испортилась, мы спасаемся, и типа мне там плохо.
и все, такая тишина там. Ни сторисов, ни сообщений в течение там 8 часов, и она там сидит, что случилось? Мерзавец, действительно, ты жену вообще просто свою, как это можно было? Вот, но это как бы такое, знаешь, приключение, сразу начну говорить о второй попытке, потому что первая это вообще было бездарное и авантюрное. Вторая попытка была максимально... Если, типа просто вот так вот подвести итог. Ты выжил после первой попытки, ты сделал выводы. Да. Это главное. Да, да, круто. Я сделал, да. А вот теперь к интересному, ко второй попытке. Да, там мы все делали грамотно. Мы обратились к гиду, опытному гиду, который... Первый момент, самый важный момент, то, что я это хотел сделать не один, а с командой. Потому что я, видимо, подошел к такому возрасту, когда мне личные успехи, вот эти личные достижения, они, ну, безразличны. Как в велогонках, получается. Ну, да, я не знаю, это кризис среднего возраста или что. Mm-hmm. Меня не мотивируют уже личные успехи. Мне интересно, чтобы, например... Нет, mm-hmm. в той ситуации мне хотелось, чтобы вся команда поднялась, mm-hmm. да. И я собрал единомышленников, мы собрали единомышленников, и мы вот этот весь путь проделывали. Мы были разные люди вообще, mm-hmm. с разных сфер, но с одной целью – забраться на Эльбрус. О, как. А ты чувствовал себя лидером или нет? Нет. То есть все я такой же, как все был, да. Круто, круто. Но я просто смотрел еще, у вас действительно была теплая компания, ты выкладывал все, не только восхождение, но и какие-то ночевки, посиделки. Блин, какие-то... это прикольно, потому что ты... Случаешься? Ты, знаешь, ты просто можешь... книги читать условно. Ты вот книгу прочитаешь, ты получишь кучу информации. Mm-hmm. Да? А тут ты беседуешь с человеком, и он свои истории рассказывает, свой жизненный опыт, и ты будто так пропитываешься. Блин, каждый вечер, беседуя с каждым человеком, ты получаешь прям много информации. Да. Вот. Причем это не из твоей сферы информация, а вообще какая-то левая деятельность. И которая может помочь тебе, пригодится. Ну, не факт, но вдруг однажды, да, пригодится. Действительно, все мы не знаем, в какой точке мира и в какой точке вселенной, да, знаний, да, мы можем оказаться. Да. Но вот самый кайф... Все по кастанеде. Ой, мы с тобой философы какие-то. Потому что легкая атлетика — это еще и философия. Получается, как воспринимается вот эта вся информация, даже то, что ты общаешься с людьми или даже развлечения на высоте, на высокогорье? Как-то по-другому? Ну, мы как бы оказываемся, в первую очередь, наверное, играет роль то, что мы вытащены из зоны комфорта. И всем некомфортно. И тяжело в силу гипоксии, и тяжело в силу того, что ты не спишь на своей там хорошенькой кровати, да. Угу. Ты в палатке, когда там лежишь, там дождь капает, угу. это все. Тебе не умыться, мало того, ты ночью спишь, тебе там какая-то шишка впивается, угу. да. Ну, то есть все вытащены из зоны комфорта, и вот как они... как мы себя ведем, это как бы оголяет наши эмоции, наши мысли. И вот это в таких условиях начинается путь восхождения. Путь, он длится там условно 9 дней, да. Угу. Первый день мы там собираемся, второй день мы шли на гору Чигет. Все по классике, типа ты прибыл на точку. Кенийская фамилия тоже, кстати, может быть Чигет. Джошуа Чигет, например. Типа ты должен максимум на километр сбираться, да, от своей ночевки. Вот мы заезжаем на 2200, ночуем, потом идем на 3, потом снова возвращаемся, ночуем, идем на Девичьи Косы, там тоже чуть выше 3, потом возвращаемся, собираем снаряжение, подготавливаемся уже забраться на Бочки, это район 4000 высота, ну 3800 mm-hmm. где-то. Все, мы туда заезжаем, и вот там начинается приключение, там, ну, банально, ты идешь в туалет. Главный босс получается, да, типа, выражаясь таким языком. Да, ты, типа, знаешь, в туалет даже сходишь, и с туалета возвращаешься, у тебя такая одышка там. И вообще такой, ты не понимаешь, что финальная стадия. Голову давит, как бы, mm-hmm. Спишь ночью хреново, потому что высота давит, она. Mm-hmm. И... Ну, жестко же получается. Жестко, да? Да. Из таких моментов, что я понял, у меня какая...
до высоты 4,5 у меня, ну, все нормально, это типа кросс-поход. Угу. Но вот 4,5, 4,600 где-то, там как будто что-то перещелкивает, и я не могу дальше. Гора это, да. Бьет тебя в челюсти, и ты в нокдауне получается, да? И ты не можешь вообще просто дальнейший подъем совершать, потому что давление давит. Ты можешь дышать, ты успеваешь все за дыханием, но... как будто у тебя вот сейчас арбуз этот лопнет, угу. И все. Ментальность, да, какая-то? Да. Я не знаю. Угу. И я понял, что физическая подготовка, то ли она не играет такой вот значимой роли. Она все-таки играет роль, но не главенствует в этом. И там поднимаются люди, старики там, да, им легко дается... подъем на Эльбрус, а может там какой-то кроссфитер, который всю жизнь занимается, он не может подняться выше 5000. А вообще, в принципе, какая самая высшая точка, куда забираются люди? Не профессиональные альпинисты, а, допустим, ну вот любители? Ты имеешь в виду, вот, кто туда приехал? Ну да, да. Ну, там есть канатка, идет до Горбашир, это в район 3800. Угу. Ты вполне можешь от 3800 еще подняться метров на 500 выше. Угу, понятно. Это без оборудования. Понятно. То есть где-то кошки, наверное, нужны, точно нужны, где-то с 4300. Понятно. Ну и то есть экспедиция, которую можно считать типа профессионального восхождения, даже если ты без опыта, можно подняться свыше 5000? Без подготовки? Ну, даже, например, ну, условно говоря, со второго, с третьего раза. Ну, можно, наверное. Если это экспедиция. Да, вы добрались в итоге до какой точки? Мы 5570. Нам 70 метров, кажется, не хватило. Круто, круто, нормально. То есть по вертикали 5642. Практически вы покорили практически ну, эту гору? Ну, практически, да, просто. Ну, и вот расскажу, быстренько пробегусь, как шло ночь восхождения. Все, мы вроде адаптированы. Начинается подъем в районе там 12-2 часов ночи, в зависимости от темпа группы, да, и от погодных условий. Все там постоянно мониторили прогноз погоды, и мы двинулись. Восхождение идет не в темпе самого быстрого, да, восходителя, да, а в темпе самого медленного. То есть мы хотим, чтобы вся команда поднялась. Это как волчья стая получается. Да, да, ты идешь, и это темп примерно такой, ты шаг ставишь, вдох-выдох, вдох-выдох, следующий шаг. То есть ты лучше не делать все чаще, потому что если ты сделаешь несколько шагов быстрых... Разорвешь цепочку? Да, ты начнешь с ритма сбивать всех. Ну, условно, мы даже были там ситуации, когда начинали раздражаться, потому что один быстро слишком поднимается, а другой медленно. И в итоге он идет, натыкается, ждет как бы, да? Как эффект пробки создается. Да, ты не хочешь останавливаться, ты хочешь постоянно, плавно, но идти. Но ты вынужден, хоп, ты наткнулся на него, другие тоже все наткнулись. Дерганный ритм вот этот, да, вот, да. Дурацкий. Как пристигли. Да, типа. И это вот учишься в команде работать, в команде. Слушай, в команде это круто. Идти. Возможно, что вот именно вот в этом формате больше бы, наверное, помогла не легкая атлетика, а велоспорт. Какую бы команду, например, ты представил, если поэтично так думать, вы восходили как кто? Как Юмбо-Висма? Как Инеос? Как кто вы восходили? Ну, я не знаю, потому что после 5000 там гипоксия пошла, и мы начали рассыпаться как команда. Как команда? Ну, как получается, кто у нас чаще всех рассыпается-то, наверное? Арабские Эмираты, ОАЭ, да? Наверное, да. Вот, ну, клево, потому что моя бы команда именно там бы вообще, в принципе, рассыпалась бы к чертям собачьим, потому что меня бы Quickstep бы везли, это одна из самых моих любимых команд, меня бы вела Quickstep, и мы бы к чертям собачьим уже на подступе бы все рассыпались, думаю, ребят, а кто меня развозить-то будет? Вы что, с ума сошли? Да, но в итоге мы не совсем рассыпались, мы дошли до... прошли косую полку, прошли седловину и начали подъем на главную вершину, и вдруг накатило облако. И мы думали, ну, оно сейчас как бы уйдет, и все, а оказалось... Плотное, как бы, получается? Да, там вот просто видимость все исчезла, там 2-3 метра, и все, ничего не видно. Мы продолжали
мы по перилам шли, цеплялись там постоянно, там сильно жесткий наст, это потому что конец июля, это август, там уже более-менее рыхло и там полегче, а там еще присутствовал такой жесткий наст. И ты идешь, впиваешься кошками в каждый шаг, потому что, знаешь, за тобой другие люди идут, и они должны наступать в тот же шаг. Потому что ты, чем сильнее вопьешься, да, вобьешься в этот нас, тем легче им будет сделать шаг. И вот мы шли-шли, и потом закончились перила, там уже все, нету перил, там шла тропа зомби, так называемая, и ветер был жуткий. И там у нас началась паника, потому что мы как бы думали дальше идти, нет. И в тот момент гид скомандовал, что типа нахрен, типа все разворачиваемся. Самый знающий шаристый человек, да. Чтобы вашими жизнями не и торговать, мы, да? Мы когда развернулись, опять эти перила все проходить надо было, ветер еще сильнее усилился, и мы в итоге один сорвался, короче, на перилах повис, и я как бы его держу, и понимаю, что вот у меня одна нога вбита, как бы, и она уже такая шатается. И если я на него смотрю, думаю, давай, типа, забирайся это, ты сможешь такое. Он начал цепляться, как бы вроде бы все вернулся в исходную, и снова соскальзывает, короче, и падает, и меня тоже сносит туда. И вот если бы не перила, мы бы туда укатились. Все куда-то. Кучей вот этой. Ну, мы как бы не в связке на тот момент шли, но как минимум двое-трое бы укатилось бы туда. Ой, слушай, ну это такая драматичная история. Ты бы вот если зафиналивая вот этот вот вывод, делая по этому рассказу, по этому блоку, это для тебя был туризм, экстрим, тренировка, спорт, что для тебя ну, это было? Ну там спорта и тренировки и близко не было. Это больше было такое экстрим, наверное, и новое ощущение, потому что ну, я получил то, чего хотел. Мои впечатления получили, потому что если бы забрались мы туда, забрались, там руки подняли, а, все, окей, да, и пошли. А тут мы как бы на жопу словили такое типа приключение. Типа преодоление какое-то было, да, да, момент преодоления. Да. Это кайфово. И там еще был важный момент, потом, когда мы на седловину спустились, у меня какой-то энергозапас, видимо, закончился, я просто начал вырубаться. Такой в микросон. Я просто идешь, хоп, слышишь, Степа, вставай, нас отсюда никто не вытащит, мы сами должны. То есть я просто, если бы не команда, я бы там где-нибудь остался на горе. Еще и для чего нужна команда, которая тебя не бросит. Поэтому хорошего человечка команда всегда с собой подберет. Кто же еще в мафию-то их научит, да, играть? Вот. Слушай, ну и, Степ, получается, что отдыхая от основного вида деятельности, вот это был экстрим, скажем так, то есть такие моменты преодоления. Какие-то другие виды спорта ты используешь для того, чтобы отдохнуть от легкого, разрузить голову, занимаясь или смотря? Вот мы поняли, что это уже велоспорт, мы обсудили, что смотрим трансляции, где можно теперь это смотреть и как можно. Что-нибудь еще? Ну, велик я люблю покрутить. То есть конечно. И сам покрутить? Да, да. Ну, ты больше тоже любишь в команде поездить или ты можешь индивидуально, то есть прям вот в посадке? Нет, я просто на обычном шоссейнике, не на рогатке, просто покататься, там, любитель, там, когда прям бедра все закисляются. Там, понятно. Ну, вот эти вот огромные бедра, как у Расмуссена, у цыпленка Расмуссена в свое время, конечно. Ими только и работать. Какую бы хотел гору преодолеть, вот если мы профессиональную смотрим? Вот тебе сказали сейчас, неограниченное количество денег, езжаешь на любую культовую гору, в какую бы захотел заехать? Может, Мон Венту же есть, да? Мон Венту, конечно, есть. Я, ну, почему ты скажешь Монте-Дзонкулан? Мы же с тобой итальянцы, знаешь, вот эти вот итальянско направленные люди, чуть больше, например, вот этой итальянской культуры, это кайф. Почему ты Дзонкулан не вспомнил? Ну, страшную гору. Не знаю, я недавно просто в Париже был, мне как-то понравилось. Да, прикольно. Ну, Париж клево. Вот, от футбола ты все уже отошел, потому что, вспоминая наши с тобой... Ну, пока времени не хватает. Это все-таки такое хобби клевое. Но, наверное, все равно вернусь к исходной точке. Поиграть и посмотреть, поболеть. Да, наверное, и поиграть. Сейчас я в силу того не могу играть, потому что давно не, когда долго не играешь, ты потом кости свои не соберешь после футбола. Согласен. Это немножко другая история, несмотря на то, что мы как бы легкоатлеты вроде должны. Но там немножко другая специфика. И как замотивировать сказать, Степ,
я поздравляю тебя с тем, что твоя команда в этом сезоне завоевала Скудетто. Степа у нас болеет и все время болел в юности, когда мы с ним смотрели вместе за миланский Милан, не Интер. Угу. И, наконец-то, после стольких лет поздравляю тебя, что твои, даже без твоего участия и боления, взяли титул. Это кайф, это круто. Возможно, тебя это смотивирует, чтобы ты смотрел в следующем сезоне. Да, и наверное. Я, честно говоря, удивлен, потому что в какой-то момент я обратил внимание, они как-то на обзор мне попали. Там они были в районе там, 4-го места, что-то такое. И когда ты говоришь, что они выиграли, я был удивлен. Это так. Слушай, ну это можно считать, что момент удивления? Мы подходим к самому главному моему моменту. В каждом подкасте есть пик. У меня пик такой спортивная магия, спортивное волшебство. Мы занимаемся спортом, мы смотрим спорт, мы пытаемся что-то пробовать просто потому, что это не пресно. Потому что мы видели моменты, которые такие: «Вау, ни черта себе!» Спортивная магия, спортивное волшебство. Вспомни самый яркий момент при просмотре, при непосредственном участии твоего спортивного волшебства. Потом я тебе расскажу. Когда ты сказал «Вау». Да, действительно, когда я такой: «Ни хрена себе, это действительно волшебство, это, черт возьми, не спорт, это что такое вообще?» Вот. Да, наверное, есть несколько моментов касательно и просмотров, и, наверное, касательно личного участия, да. Касательно просмотров, это, наверное, не ошибиться бы с годом, но тур Фландрии 17-го, наверное, года, когда Жилбер сделал попытку оторваться, да, такой одиночный отрыв за 70 километров до финиша. Это было такое самоубийство. И он в итоге как бы додержал, выиграл. Это я просто вот смотрел, и я охерел. Мне знакомы те чувства, потому что, наверное, этот вид спорта интересен, когда ты примерно понимаешь, что они испытывают внутри, да. И я когда смотрел на это все, я просто охеревал. Это что-то нереальное, и это прям круто. Это как-то даже и мотивирует тренироваться, да, даже находясь в другом виде спорта. Касательно своего участия, наверное, это московский марафон в 18-м, наверное, году, когда мне из-за погоды не очень хорошо бежалось, да, но я как бы не сдавался до последнего. Я рассчитывал, верил в себя, и мне удалось его вырвать, победу на последних 2 километрах. Это тоже для себя было удивительно. Это ли не магия, получается? Это ли не драма, драматургия? Вот. Да. Но я тебе открою секрет тоже. У меня таких пару моментов. Мне их много, но вот именно с тобой я почему-то вспомнил 2. Ты помнишь ту самую легендарную сражение Хишама Эль-Геружа и Бернарда Лагата? Помнишь, когда Лагат практически забрал победу? Это была пятерка? Или это полторашка была? Наверное, полторашка. Лагат и Эль-Геруш — это полторашка. Да, вот. Я помню, когда Лагат убегал от Эль-Геружа, это еще на Евроспорте хайлайты были, и вдруг он невероятным образом вернулся и в клеточках вырвал у него победу. По-моему, это даже не Олимпийские игры, это чемпионат мира был, насколько я помню. Вот такой момент, когда ты понимаешь, все потеряно, и в секунду все снова найдено. И второй момент волшебства, когда я думаю: да твою мать, магия, это невозможно, это был велоспорт, это была гонка Милан-Сан-Ремо, когда у Питаки не было еще ни одного титула. И когда все или ничего. Питаки рано открыли, а до финиша осталось 350 метров. Это слишком долгий спринт. Питаки, недолго думая, начал шагать, выкручивать дичайшую передачу, прям вот финишировать. Там, по-моему, его настигали, но никто даже не сумел ему сесть на колесо. И вот когда он выиграл вот этот вот длиннющий спринт, потому что ничего не оставалось, упал просто, вот знаешь, без сил. И я думал: твою мать, спринтер, который такой длиннющий спринт сделал. Для меня это тоже, думаю, черт возьми, это магия, это драма. Так что... Да, ради таких моментов и ценен спорт. Да,